В преддверии Нового года корреспонденты национального телевидения вышли на улицы столицы республики, чтобы узнать настроение горожан. Ожидания чебоксарцев в нашем сюжете. Я надеюсь, что следующий год пройдет лучше, чем этот, то, что все будет хорошо и наладится. Я жду изменения в мире, что когда-нибудь мы все-таки победим эту пандемию коронавируса, и все у нас станет так же, как обычно, у нас снимется масочный режим, все будут держаться уже не на расстоянии друг от друга, а спокойно мы сможем друг с другом обниматься и дарить друг другу радость. Я хочу, чтобы жизнь нашей страны вообще улучшилась. Экономически улучшилась ситуация каждого человека. Будем надеяться, что пандемия закончится. То, что все будут здоровы, никто не будет больше болеть. Этот год был очень тяжелым для нас, но надеюсь, что 2021 принесет только радость, счастье, позитив и успех всем.